день, уважаемые увлекаменцы и гости нашего праздника. Здравствуйте! Здравствуйте, значит, будьте здоровы! Здравствуйте, значит, будьте богаты трудовыми успехами, новыми домами и улицами, детьми и внуками. Здравствуйте, значит, будьте счастливы каждый. Каждая семья в отдельности и большая семья земляков вместе. Сегодня у нас большой праздник. С днем рождения, Углекаменск! Дорогие земляки, уважаемые гости, митинг, посвященный празднованию Дня шахтера, Дню города и 75-летию села Углекаменск, объявляется открытым. Все
Такая книга была подготовлена 118-летию города Партизанска и Партизанского городского округа. Эта книга будет находиться в библиотеке, а продажа она появится буквально на днях. Очень красивая, очень красочная, я думаю, будет каждому интересно жителю села приобрести ее. И вот такой дарится сертификат подарочный для вашего дома культуры. Так как у нас год культуры, я думаю, полезную вещь можно будет приобрести. Сертификат на 5000 рублей для приобретения дома техники. Большое спасибо за подарок. Итак, приступаем к приятным минутам награждения. Почетной грамотой награждается Лопатин Валентин Петрович, председатель Углекаменского общественного совета, основатель и руководитель Союза ветеранов шахты «Северная», за личный вклад и развитие села, активное участие в общественной жизни и в связи с 75-летием села Углекаменск. Аплодисменты, пожалуйста. Почетной грамотой награждается Герасимова Ирина Михайловна, директор КДЦ «Рассвет», за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в развитие культуры Партизанского городского округа и в связи с 75-летием образования села Углекаменск. Почетной грамотой награждается Яковлева Римма Васильевна, председатель Углекаменского совета ветеранов, член общественного совета, за личный вклад в развитие ветеранского движения в селе, активную гражданскую позицию в связи с 75-летием села Углекаменск. Почетной грамотой награждается Ветрова Вера Николаевна, председатель Углекаменского клуба по интересам «Деревенская горница», за активную общественную работу среди населения, приумножение традиций народа и его духовного населения, активную гражданскую позицию и в связи с 75-летием села Углекаменск. Почетной грамотой награждается Корнилов Владимир Николаевич, заместитель председателя Углекаменского союза ветеранов шахты «Северная», за активное участие в общественных мероприятиях благоустройства села, активную гражданскую позицию в связи с 75-летием села. Благодарственным письмом награждается Черноусов Геннадий Николаевич, член Углекаменского союза ветеранов. Аплодисменты, пожалуйста. Благодарственным письмом награждается Бухарев Борис Зиньяк Тутилович, член Углекаменского союза ветеранов шахты «Северная». Благодарственным письмом награждается Киселев Федор Иванович, член Углекаменского союза ветеранов. Федор Иванович. Видеооператору хоть лапку пожать. Благодарственным письмом награждается Балагуров Владимир Викторович, член Углекаменского союза ветеранов шахты «Северная».
балагуром. Благодарственным письмом награждается Беляков Виктор Сергеевич, член Угликаменского союза ветеранов шахты «Северная». Тоже не подошло. Благодарственным письмом награждается Бабенков Николай Викторович за информационное освещение всех событий общественной жизни села Угликаменск. Благодарственным письмом награждается Полищук Елена Ивановна, член Угликаменского совета ветеранов, участница клуба по интересам «Деревенская горница». Благодарственным письмом награждается Кузич Геннадий Алексеевич, член Угликаменского союза ветеранов шахты «Северная». Благодарственным письмом... Кузич идет. Благодарственным письмом награждается Быховский Анатолий Брониславович, член Угликаменского союза ветеранов шахты «Северная». Благодарственным письмом награждается Алексович Валентина Сергеевна, член Угликаменского клуба по интересам «Деревенская горница». Благодарственным письмом награждается Заворотная Галина Ивановна, председатель домового комитета. Благодарственным письмом награждается Помазов Дмитрий Анатольевич, председатель домового комитета. Мое разрешение подарить этот прекрасный букет Ирине Михайловне, которая сегодня создала свой день рождения. Я думаю, это финиот двойного праздника. День села, день рождения. Ура, Ирина Михайловна! Спасибо. Мы будем работать, 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 чтобы наши жители всегда радовались нашему Дому культуры. Всегда зал наш был наполнен, и всегда они шли с большим удовольствием. Спасибо еще раз. Большое спасибо. И вновь приятные минуты награждения. Благодарственное письмо вручается Картушину Виктору Григорьевичу, советнику по делам казачества при главе Партизанского городского округа, начальнику штаба Северо-Кубанского столичного казачьего общества, члену Угликаменского общественного совета за личный вклад в развитие села, участие в общественной жизни, активную гражданскую позицию в связи с празднованием 10-летия села Угликаменск. Благодарственное письмо вручается Мельчакову Дмитрию Сергеевичу, активному общественнику в общественных мероприятиях села, за личный вклад в развитие села, участие в общественной жизни, активную гражданскую позицию в связи с празднованием 75-летия села Угликаменск. Аплодисменты, пожалуйста. Благодарственное письмо вручается Курашкиной Зинаиде Фоминичной, председателю Угликаменского клуба «Надежда», члену Угликаменского совета ветеранов, за личный вклад в развитие села, участие в общественной жизни, активную гражданскую позицию в связи с празднованием 75 лет. Слава Угликаменск!
Я знаю, есть большие города, где оживленно жизнь ведет окружение. Но где бы я ни была, отдаю всегда силу родному предпочтению. Наш Кубрикаменск небольшой, неброский. Мне не забыть, куда не денусь я. Бегут года, как со свечки капли воска. Все это жизнь, история моя. Слово для приветствия предоставляется депутату Думы Партизанского городского округа Анне Борисовне Гельсон. Дорогие жители Кубрикаменска, я знаю, что вы все замечательные, отзывчивые люди. От всей души хочу поздравить вас с 75-летним юбилеем. Хочу поблагодарить вас за понимание, терпение, за веру в завтрашний день. Мы знаем, что сейчас не очень легкие времена у нашего села. Но я уверена, что в ближайший период мы сможем перейти от стагнации к периоду развития и процветания. Что с помощью вновь избранного главы мы сможем привлечь инвестиции в наш округ и сделать вашу жизнь качественной. Thank you.